И всем привет, ребята! Вы на канале СТБМЧТС. Ну что, ребята, кажется, у меня появилась новая проблема. Я заболел. О, я сегодня в школу не пойду, потому что я заболел, и я лежу на кровати. Ребята, ну надеюсь, я скоро выздоровлю, потому что в школу надо еще пойти, но я не пойду в школу, потому что я заболела. Вот. Ну, я хочу вам сказать, почему я Почему я не иду в школу? Потому что я так заболел, и у меня... Ну, вот так я заболел. Но в школу сегодня не иду. Теперь мне нужно 24 часа болеть на кровати. Ну, сегодня мой брат пошел в школу, а я не пойду. Значит, ладно, надеюсь, я буду отдыхать, и я в школу не пойду. Надеюсь, я скоро выживу. Так, подождите, а куда мне камеру поставить? Ну, давай, ты тут. Так. Я хочу вам объяснить. Так. Ну, короче, я хочу вам объяснить. Я блогер. У меня на канале СТБМЧТС. Но если вы хотите, чтобы я выиграл, то поддержите мне удачи. Напишите мне. Пишите комментарии. Но подпишитесь на канал. Уже сколько времени? Десять двадцать восемь, вы хотите 10:05. Так. Ребята, знаете, когда болеют люди, то в школу не идут, но... Мне еще даже еще... Знаете, почему я не иду в школу? Потому что у меня нос сопли. Слышали? Вам слышно было? Вы, значит, через 24 часа болею на кровати. Так, что-то мне холодно. Я хочу одеяло укрыть. Так. Так. Подождите.
Что ты Ребята, давайте я сейчас немножко посплю, потому что я спать хочу все. Еще пока что спят родители. Ну, давай немножко посплю. Я хочу немножко поспать. Так, еще покажу. О, привет, ребята. Я, кстати, камеру не заметил. Так. Сколько Подождите. Так. Заходи в YouTube и скажи сейчас еще на канал. Так, эй, я не могу коко сделать. Так. Вот заходим в мой канал, сотоварищи нас. О, бога, на столе у меня все видео тут. Вот заходим. И подписывайтесь, если не хочу. Если не подписывай, отменить подписку. Подписывайтесь на канал и... Вы только что видели? А, нет, сейчас. Обратно отменит подписку. И смотрите. Желтый станет. Фух. Сколько у меня уже подписчиков, смотрите. А, не видно. Ну, да. Капец, сколько у меня... Вот, сейчас усай. Давайте. Сюга, мне 2 лайка поставили. Че так мало вообще? Глубокий на столе огонь. Вот моя гнезда. Вот тут. Так. Мы пока I guess I should take it as a sign.
О, знаете, Микки Шоу, девочка, не плачь. Вот я, когда было 31 октября, я с сестрой танцевал. Сейчас покажу вам. Так. Вот. Девочка, не плачь, побежали на дискач. Выключи смартфон и будешь вместе делать скач. Девочка, не плачь, ты, девочка, не плачь. Девочка, не плачь, побежали на дискач. Выключи смартфон и будешь вместе делать скач. Девочка, не плачь, ты, девочка, не плачь. Дискотека, бега, слепо, музыка, тумач. Девочка, не плачь, побежали на дискач. Выключи смартфон и будешь вместе делать скач. Девочка, не плачь, ты, девочка, не плачь. Дискотека, бега, слепо, музыка, тумач. Ну и папа, он на работе, это... Капец на улице дубео. Просто холодео, замерзео. Просто холодео. Капец на улице дубео. О! Ну, кстати, это очень прикольно. О, а вы знаете слово пацана фильм? Одиннадцать у меня в конце. А то сука, ну, кстати, это было очень прикольно. Сейчас телефон зарядки поставлю. Так. Так. И туда поставлю. Только что слушаю это звук. Ё-моё, что это делать? Как я телефон достану? Мне же нельзя выйти с кровати. У меня же челлендж. 24 часа болею до кровати. Как достать телефон? Телефон я только что разбил, как у меня. Да в гости сюда, Фаня. Я чисто сломал. Так. Подождите. Загружается он. Да, загружается. Нет! Как вы думаете, мне уже нельзя выйти? И завтра в конце дождаться челлендж. Полежай немножко. Сейчас давай на камеру поставлю.
так. Сейчас. Ой, я хочу пока что на паузу поставить, подождите. Так. Так. Я так устал. Привет, пить хочу, но мне нельзя выйти из кровати, потому что у меня челлендж. 24 часа, да? Блин, на кровати, блин. Да блин, я пить хочу. Бутылку у меня и воды, копейку достану. Я даже достаться не умею. Может, я все-таки попробую достать. Сейчас я попробую. Так. Сейчас я попробую достать бутылку. Точно не получится. Ой, нет, а как мне это делать? О, нет! О, нет, что мне делать? Как я сделаю теперь? Блин, я сегодня не могу как сделать. Что мне теперь делать? Так, стоп. Я же могу сделать подушками, потому что... Так. Фух. Что я сделал подушками? С подушками я там полу положу. Это можно так сделать. Фух. Так что... Вот и попью. Я думал, что мне, конечно, я поиграю челленджа. Фух. Фух. Ну, это было очень жутко. Фух. Голова что-то горячая. Еще бока болит, потому что там держал. Я так полежал вообще. Ну что ж, ребята, надеюсь, я скоро выздоровею и в школу пойду. Ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. То есть с этим и новым видео. Мне придется... Ну, я в школу не пойду, но я заболел. Но я надеюсь, что скоро вызову. Ну так что, всем пока-пока!